Здравствуйте, мои дорогие друзья. Ни для кого, наверное, не секрет, что любое энергетическое воздействие оставляет за собой энергетический след, по которому очень легко найти его владельца. Нам пространство дает именно таких учителей, ну, таких вот именно, как наши недоброжелатели какие-то, да, которые пытаются каким-то образом на нас воздействовать. И знаете, на самом деле, то есть вот я лично благодарен пространству за таких вот учителей. И как бы вызывая образ, да, неких недоброжелателей, вернее, и разговариваешь, то есть именно интуитивно, как душа с душой, и открываешь, и получаешь полный доступ, на самом деле, ко всей информации. Да, то, что даже, возможно, они сами не знают. Вот, так и есть, дорогие, и можешь даже и поговорить с теми сущностями низшего порядка, которые стоят за этими недоброжелателями, да, напрямую пообщаться с ними, кто внушает им эти мысли, кто руководит ими, кто, возможно, и подселен в этих недоброжелателей. На самом деле, знаете, дорогие, очень интересно. И я вот просто так вот наблюдаю таким удивительным образом, насколько все просто и насколько все сложно. Так вот, дорогие друзья. Да, он исподвигал меня, знаете, записать это видео. Ну, опять такое вот как бы некое воздействие. И пообщавшись. То есть, как бы, ну, не то чтобы узнал как бы много нового, но много интересного. Попробуйте. Это на самом деле несложно. Мира, добра и процветания вам и вашим родам, дорогие друзья.